Всем привет, с вами Zero Point. Мы продолжаем проходить GTA 4. Это уже 8-я серия, если я не ошибаюсь. Куда ты газуешь-то? Короче, угоняем этот тест-класс. Меня всех задолбал тест-класс, наверное. Потому что я все время, каждую серию начинаю именно на этой машине. Я не знаю, что это за заговор. Но вот каждая серия начинается, когда я... на том, что я сажусь в этот автомобиль. У нас миссия ДР. Да, у кого-то ДР, но на самом деле нет. Это Дмитрий Р. Это миссия Фаустина, походу, последняя будет. Да. Последняя миссия, потому что в прошлой серии, в конце серии, мы посмотрели то, что выполнил 71% миссий. Вроде бы как всего я выполнил 3, то есть осталась одна, получается. Но как-то странно то, что начинается здесь. Посмотрим, короче, что. The Master and the Molotov. Че, молотова кидать будем? Ничего не вижу, монитор 60% яркости врубил. Ничего не вижу. Вообще, темный край. Дмитрий. Привет. Садись. Что у нас за проблема? А ты как думаешь, Михаил? Мистер Фаустин. Ага. У тебя есть выбор. Убить своего лучшего друга или умереть. Что бы ты сделал? А другого выхода нет. Теперь нет. Особенно после того, как ты убил сына Петровича. У меня семьи нет, ты можешь бежать. А, у тебя. Куда ты бы ни отправился, тебя всегда могут найти, если ты очень сильно этого захотят. А сейчас они жажду крови. У вас с Михаилом так много всего связывает. Это точно. Я убил мальчишку, они хотят убить и меня. Нет. Я сказал им, что ты наемный убийца. Они ответили, что если ты человек, который убьет Михаила, тебя не тронут. Вот так, значит, как? Да, выходит, что так. Чё ты на часы смотришь? Времени нету, что ли? Скоро он выйдет из дома и направится в клуб. Сделай то, что должен. Знаешь, я усвоил точно. Мы должны соблюдать правила игры. Мы не можем играть в игру, не кобелик. Но мы не можем изменить ее правила. Мы можем играть в... И не Ника Белик, а Ника Гелик. Все. Ника Гелик. Гелендваген, Мерседес. G-класс. 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 63-й. Клуб Фаустин. Это там, где на стене эта жирная морда Софочка нарисована. Да, это я помню. Сейчас нам его убивать, да? Конечно, блин. Неужели этого демона убивать? Я бы на самом деле пожрал, потому что ХП у меня не густо. Тот самый бар, кстати, вот этот вот. Пахучий. А, кстати, зайти можно? Нет, закрыто. Так. Здорово. Мне, пожалуйста, одну сосиску в тесте. Да. Далеко этот клуб находится-то? А, это на соседней улице. Что? Двери пропали. Мне кажется, после этой миссии нам позвонит Брюс и на гонку пригласить, потому что у нас в прошлой серии... Вон она, эта морда, блин. Это, в прошлый раз он говорил, типа, какая-то гонка должна быть, что-то это какая-то хрень еще. Так, вот он, Мишаня. Шесть сообщений.
Ник, у тебя нет права на ошибку. Михаил опасен. Я оставил тебе броню за углом клуба. Она тебе поможет, твой друг Дмитрий. Ого, так беспалевно. Такой звук, блин, когда ее подпираешь. Броня защищает вас в перестрелках. Да, капитан Очевидность снова вошел в курс дела, так сказать. С дороги нахер. Я в клуб. Пожалуйста, что пожалуйста? Что пожалуйста-то, блин? Стоп. Ника! Ника Белик! Вы с Дмитрием решили занять мое место, да? Дело совсем не в этом. Хера он орёт. Ты сам во всем виноват. Ты позволил себе зайти слишком далеко. Если бы не я, ты бы уже был мертв. Особенно когда ты убил Влада, Дмитрий так и собирался поступить. Дмитрий! Мой брат! Видишь? Эта татуировка означает, что мы с ним братья навек. А он взял и предал меня. Ты не оставил ему выбора. Ой, это другой голос. Нужно было быть спокойней. Спокойнее. Никому, даже Дмитрию не позволено успокаивать меня. Думаешь, Дмитрий выжил бы в тюрьме без меня? Ебать, ведь хорошая такая. По углам такие расставились. Я еще не умер. Еще есть преданные люди. Будет вообще рот открыт. Охрана! Вы что, блядь, в рукопашце что ли, ебанулись? На нахер! Преданные, блядь, люди. Нихера не... Подождите секунду, мне надо яркость экрана повысить, я ничего не вижу. Так, вроде бы все. Вот, другое дело. Бля, с ножом. Сука. Иди нахер отсюда. Пошел в жо... Охрана, сюда! Блядь. Спокойно нахер. На нахер. Что ты стоишь? Да беги, бабуль, отсюда. Блять, что вы такие дерзкие? Можно чувствительность мышки повысить? Это пиздец. Подожди. Вот, наполовину хотя бы. То ж пиздец, не двигается. Во, другое дело, слушай. Никого нет? А тут же было. Что было? Да вылези ты. А он, по-моему, убегает. Стоять. Ай! Не, дрободан возьму. Пошли все в жопу. На нахер. Ты где? Блять, бомж Василий. Сука, кто? Да бомж Василий, он с пушкой его подставили, меня подставили. Садись. Бля, опять этот мужик с... Он же был уже. Да попади ты, убей его. Звук, когда деньги берешь, что смешно. Ты где? А, бля. Пиздец, у меня хп нет, блядь. Перезаряди эту хуйню. Можно я отсюда вальну просто? Подожди, я хочу. Да бля, ну... Он сейчас ебет. Братан, хоть бегай. Или тетя была, ладно. Влазь.
Вылазь оттуда. Вылазь из мусорки. Нихера, я тебе магазин весь продырявил. Алло. Да вылези ты, ну. Какие копы, в смысле? Перезаряжаю к херам. А, так это, блядь, Фаустин. Здорово, братан. А ты чё, живой? Ну чего? Чё ничего? Кто орёт-то? Он сдох. Он сам сдох, в смысле? Бля, мне его жалко чё-то. Фаустин мёртв. Ты сделал доброе дело. Тяжелое, но доброе. Надеюсь, ты положишь начало миру с Петровичем. А, и что дальше? А, я могу тут как-нибудь спуститься? Мне кажется, нет. Вот можно... А что там Гуля светится? Нормально? Я могу вот сюда вот, по идее, слезть. Потом вот сюда вот слезть. А потом вниз слезть. Вот по этой. Подожди, а чё? Да куда ты? Блин, какой же ты неловкий, а. Я хотел посмотреть, чё она светится. Так, ладно. Ну а мне позвонит кто-нибудь? Давай, лайфхак. Во всех GTA работает. Давай, закрой дверь, открой дверь. И тебе позвонят. Ну, звоните мне, ну. Ладно, предположительно, где может начинаться миссия? Чтобы я сразу туда поехал. Предположительно, ну, может быть, у Брюси где-нибудь. Потому что у Фаустина все, миссии кончились. Потому что его нет, блин, этого Фаустина больше. Все, мы его кокнули. Вы можете позвонить Дмитрию сами, чтобы узнать, поговорил он с... А, кстати, да. Серьезно? Серьезно, блядь? Блядь, пиздец. Как ты сдох-то? Я только приехал на... Ладно, Дмитрий. Если он сейчас сам не позвонит. Здорово. Так, где ты там? Дмитрий, мои деньги у тебя? У меня. Встретимся на складе в центре брокера. На Махане. Приходи один. Блин, мне не нравится это. А где это Махан? Макан. Порш Макан. Где он? Ты думаешь, я знаю, где Макан этот? Макан. Порш Макан? У меня в городе их знаешь, сколько ездить? Я чё? Блядь. Где этот Макан находится? А, вот. Здорово, чувак, слышал, у тебя ты серьезно насолил русским. Да нет, тут один стал возникать, способен у меня в могиле, короче, собираюсь встретиться с Дмитрием. Йоник, они все так поосторожнее, что ли, я знаю, что ты крутой, но эти парни форменные паскуды. Я не боюсь. Йоу, как не видит глаза, чувствуешь сердце, с тобой куда идти, короче. Склад на Макане. Знаю такое, я тебя прикрою. А, вот так, значит, да? Ладно. Так. Нет, еще чувствительность прибавить. Это нет. Вот так думаю, нормально. Ну. Так, у Джейкоба же такая же машина, да? Ладно, пошел вон. Где Макан находится? А, ну близко. У Брюси, блин. У Брюси Макан находится, нихера себе. Все ясно, блин. О, ни хрена себе, Дюкс, пиздюкс. Ладно, не буду гонять, а то долго это будет. Еще, еще копы будут. Не надо. Копы там сигналку включают. Так. Снова наша фирменная
фирменный пиздец. Только не сдохни. Ебать! Нихера себе! Вот это трюк! Вот это да! Вот это я даю, конечно, жару. На-на. Понял. Я думал, GTA 4 нормальная игра. Здорово. Русская революция. Смотри в оба, понял? Ясен, парень, не переживай, я лучше пригляжу за тобой. Кто из нас малыш? Ну, малыш Джейкоб или малыш Якобс, блин? Малыш Ника. Эй, Ника, рад, что тебе удалось со всем разобраться. Да уж, деньги привез. Разумеется. А еще просто хотел сказать тебе, что мы с моим боссом благодарны тебе за то, что ты сделал. Хорошо. Да. Еще кое-что хотел уточнить. Валяй. Ты ведь Ника Гелик, правильно? А что? А ты работал на Среднеземном побережье, тайно переправлял людей в Италию. Не понимаю, о чем ты. Но ты налажал! Остался должен кучу бабла. Я обчистил моего хорошего друга. Привет, Ника! Привет. Мистер Болгарин, блин. Так где наши деньги? Не знаю, я тебе ничего не должен. Бля, пиздец, он беспалевный, это Якобс, блин, Джейкобс. Его пиздец не видно, конечно. Взяли на расстояние, я не знаю, что произошло, я сам чуть не утонул. У меня сердце кровью обливается. Я делал все, что мог, я облажался. Убери его. Бля, Джейкоб, аккуратней. Ну, чё, где? Куда ты встал-то, дебил? Пистолет. Встань. На нахер. На нахер. На. Чё он говорит, я не слышу. Не понимаю. Да попади ты по нему. Не, я не могу так, еще надо прибавить. С ума сейчас сойду вообще. Переключать что? Ай! Что это было? Так, где? Бля, нихера себе. Ника, разберись с парнями наверху. Блин, могу попасть. Короче, возьму что-нибудь посильнее. Да ё-моё. Сюда иди. Точнее, не иди сюда, вылазь просто. Просто вылазь. Я тебе руку отрублю сейчас. Вот там какой-то чёрт сидел. Это всё? Это все, на что вы способны? Ой. Бля. Бля. Бля, Джейкоб, куда ты пошел? Подожди, надо вот этого мучка. Драбадан. На нахер. Стенка, блин, на нахер стенка. Да я что, не попадаю, что ли? Бомж Василий, здорово. Опять ты. Я не понимаю, что ты говоришь, хватит орать. А ну вылазь нахер. Чё, колонну твою поганую разнесу. А мог хоть что-то прописать, между прочим. Попал. Так. Бля. Бля, пиздец. Бля, где укрытие? Якобс. Yeah!
Да что такое-то, ну? Вылазь отсюда. Сдох? Сейчас точно сдох. Ты что, убить не можешь? Пожалуйста. Куда побежали-то? Булгаков, блин. Булгаков. Болгарин. О, патроны. О, нихера себе. Кто там? Пошел нахер. Пошли нахуй. Пошли нахер. В жопу. Подожди, можно взорвать. Бля, я тут патрон трачу. Подожди. Блядь, Джейкоб. Ему по башке попался чайник. Ну бахни, ну. Бам нахер. Чё, понравилось вам? На. А, бля. Все, нахер. Садись. Ты где? Бля, ты где? Да садись, идиот. Бля, я же не могу ее перекрасить. А, ладно, извини, не страшно. Вырубит говно. Да не буду я вас Ой, бля. Нихера себе. Куда ты стреляешь? Сейчас звезды будут. Я еще это говно перекрасить не смогу, потому что не красится. Полицейские машины не красятся. Мы к качелькам поехали, к баганам, короче, все. Сейчас улетим в стратосферу. Сратосферу. Ладно, все, круг заканчивается. Давай, поехали. Все, отлично. Мы уехали. Мы молодцы. Мы же молодцы. 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 Йоу, чувак, теперь когда стряхнул вавилонского чувака, давай назад в кафе. У него даже кафе свое есть. Хрена себе, ты богатый. Я же говорил тебе, что у Дмитрия всегда нож за пазухой. Я не знал, что Болгарин здесь в Либерти-Сити. Если бы я убил их еще тогда. Настынника, чувак, всему свое время. Курочка по зернышку, смекаешь? Мы выясним, где Дмитрий, а потом бам! Прихлопнем у всех остальных, до тех пор не высовывайся. Чертов Дмитрий, сначала хотел заставить меня убить Фаустина, а потом... Короче. Чё-то мне Фаустина жалко стало, он вроде честен со мной был более-менее. А Дмитрий, это он был, блядь, подозрительный, нахуй. Мне колесо заглючило. Я поговорю с Плохишом, да, все. Спасибо за помощь. Удачи, братишка. Так, что у нас дальше? Давайте выполним. Так, позвоните Роману, окей. Контакты. Где он? А, вот. Ника, приезжай в переулок с Хоппер-стрит. Быстро, брат. Блять, что опять случилось-то? Роман, что происходит? Почему шепотом сейчас приеду? Ёпта. Что опять случилось-то? Я не понимаю, кто его опять похитил-то? За пузо взяли. Как можно было увалить полицейскую машину, блин, в одном повороте, скажите мне? Полицейский крузер обычный. Где навигатор, пожалуйста? Можно мне маршрут? Алло. Чё с навигатором? Чё с навигатором-то, блядь? Он возле моста, да? Ладно, я проеду вот здесь. Мне насрать. Навигатор, ты в себе вообще или ты не в себе? Что происходит? Почему мне надо именно сюда? А, потому что тут вот это вот говно. Типа, если я поеду сюда, мне надо вот так вот объезжать. Ох, нихрена себе, вот так вот. Не, в пизду. Так, что там опять произошло-то у него, интересно прям. Прям интересно. Автобус вот угнать, приехать туда на автобусе. Сказать, это этот, автобус заказывали. Экскурсия. Так, ну мне с каждой серии эта игра начинает нравиться все больше и больше.
И, кстати, по-моему, я, когда проходил игру, я... Что вы делаете? Я проходил, ну, максимум, мне кажется, вот... Еще миссии 5. Вот после вот этой сейчас. Дальше я не проходил. Третий город я 100% не открывал. Roman. Так, ведро его стоит. Роман. Roman, Роман, ты где? Эй, застрял, выпусти меня. Shit, черт, дружище. Что ты там делаешь? Я испугался. Стали звонить из раз. Вы вырешите трубку. Ты не подходил к телефону. У нас большая проблема. Дмитрий не сдержал слова. Мы покойники. В известной степени. Пока не приехал, все было хорошенько. А все было прекрасно. Потом вот это. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Извини. Ладно. Что сделано, то сделано. У нас есть проблемы посерьезнее. Что? Парень, которому я должен денег. Болгарин. Да, он из Европы, который живет в Андриане. Да-да, так он здесь. Великолепно. Прости. Я разрушил твою жизнь. Нет, не говори так. Мы сможем найти выход из положения. Кучку придурочных русских. Их всех поперебиваю. Нет, им не должен. Нет времени на месть, короче. Можем себе, что мы можем себе позволить? Можем залечь на дно и начать все сначала. Пожалуйста, давай вернемся в квартиру. Ладно. Я помню, сейчас развязка будет, бля. Я все вспоминаю. Я позвоню Мэлори. Бля, я помню это. Сейчас будет развязка какая-то. Или что-то сейчас такое прям будет. Привет, красотка. Слушай, у нас тут с Ника возникли никакие проблемы, но можно будет на несколько дней свалить из Бруклина. Ну, типа Бруклин, все дела. Да просто ангел, прекрасный, добродетельный. Я люблю тебя, встретимся там. Может, не так уж все и плохо. Честно говоря, такого я не ожидал, блядь. Мужик, прости. Так. Да, у нас с тобой, собственно, заведение, место, куда люди могут прийти, поесть, отдохнуть. Шикарное место, не какой-нибудь дрянный фастфуд, а самый настоящий ресторан, таверну. Да ёбаный пиздец, и трафик. О, в натуре, бля, развязка, ебать. А как же мой балкон, с которого я прыгал постоянно? Матерь божья, вся квартира сгорит нахрен. Я должен попасть внутрь, мне нужно взять кое-что. Брось, брат. Квартиры больше нет. Они зажгли ее, твою мать, они зажгли ее, Ника. Ёб твою мать, там все здание развалилось. Иди же, пассатижи, там все. Да отойди ты, ну не мешай, ну ты видишь, что происходит-то? Квартира горит, а тебе насрать. Куда-то поехал. А приехать нигде, души было никем. Ой, бля. Господи, тут все горит. Что горит-то, что горит-то? Бля, таксопарк наш. Ромыш, ты кричишь, что ли? У меня ничего не осталось, ни дома, ни дела, ничего. Отняли все. Не жаль, Роман. Мне правда жаль, нам нужно ехать. Встретимся у Мэлори в Бохане. Она-то у тебя осталась. И ты тоже, насколько все хорошо для меня. Блять, ну что происходит-то? Хоть знаешь, сколько времени пришло на то, чтобы обжиться здесь? Черт, я с первого дня был готов. У меня месяцы ушли на то, чтобы что-то сделать. В конце концов, я купил одно такси, потом другое, потом третье. Больше года я не спал там же, под столом. Потом мне появилась своя квартира, та самая, которую ты считаешь полным дерьмом. А тебе такая разница, вчера мне ничего уже не вернуть. Мне сказал, я же сказал, блядь, извини уже. Но, кстати, тут Мишлен живет. А, ладно. Да уж тебе жаль, меня избили, похитили, ранили в живот, блядь. Короче, спалили мою квартиру, а потом мой офис. Короче, пиздец, блядь. Стоило тебе появиться, все пошло по пизде, блядь. Пошло это, и пошел ты нахуй. А, помнишь, мы как-то вошли домой, решили заскочить, бары обнаружили. Осталось же груда обломков. Все было разбито подчистую, за исключением одной бутылки водки.
Да, мы сели и распили прямо там. Погоди. Я не хочу разговаривать о доме. Мы сейчас в Америке, и нам нужно подумать о своей теперешней жизни, которая пошла под откос. Да крути баранку, заткнись и рули. Вот именно, блядь, заткнись и рули, я не могу говорить. Все, привет, красавец, как дела? Нет, в смысле? Нет, я не плакал, это все аллергия, просто у Ника новый одеколон. Бля. У нас машина горит. Роман, беги, братан. В ритм сказал. Беги отсюда! А-а-а! Нет! Нет! Сука. Что, блин, происходит? Только я так могу игру проходить, серьезно. Вот только я, наверное. Откуда? Блять, Роман Саров. Серьезно? О боже мой. Да, я все знаю. Че ты прыгаешь-то? Поехали, на твоем ведре поедем. Вот такси у тебя есть, все. Ничего тебе не сгорело, нам надо одна машина осталась. Хорошо, их читать сейчас не надо. Я просто тупо поеду. И буду следить за дорогой. Наконец-таки. Наконец-таки светло. Погода хорошая, ясно. Багажник открыт. Не знаю, почему он не закрывается, правда. Возможно, палочку воткнули. Невидимо. Конечно, блин, я не завернул. Че вы орете все? Все, да, квартира сгорела, все, поехали. Все, я все знаю. Да, я все знаю. Заткнись, ля-ля-то, поля, хватит своим. Все, поехали. Про золото, про какой-то, про алмазы. Сейчас про алмазы думать, когда в кармане ни хера нету. Какие алмазы горят, ничего не понимаю. Опять эта машина красная. По скриптам, что ли, стоят? Что с текстурами было? Так, все. Моя очередь, нахер. Проезжай, идиот. Проезжай. Да проезжай уже. Закинул, блин. Так, тут я не читал уже. Я умру в страшных муках от тех парстерам, он говорит же, мне очень жаль. Прошлого все равно не изменишь. Черт, друг, ты прав.
прошлого не изменить. От нас зависит только будущее, правильно? Нужно подумать о будущем. Новую квартиру в Южном Бохуме, новое дело. Еще больше бриллиант для Мэлори, будущее. Ой, бля, не туда поехал. Ой, пиздец. Все, я вижу, что возможно свидание с человеком, который ради приехал в город. Человек, придумавший нам всю деревню. Опять эти яйцеголовые тут на стене. Все, приехали. Вот мы начнем новую жизнь опять. И что? И где? Не так уж и плохо. Ну, в смысле, я, конечно, думал, что мы можем очаровать девушку этим уютным гнездышком, но я думаю, прокатит. Да, прекрасно. Да ладно, что не так? Что не так? Что не так? С чего бы мне начать? Ладно, начнем с тебя. Что с тобой не так? 15 минут назад ты трясся от страха, не знаю, что происходит. А теперь же узнав, что мы по уши в дерьме, что нас собираются убить, ты почему-то доволен. Не понимаю тебя. Наверное, я оптимист. Идиот, ты идиот, а не оптимист. Мне все равно в брокере было скучно. Я рад, что объявился и выломил русских сжечь мой дом и мое дело. А, да, спасибо, Ника. Пламенно мерси, так лучше. Гораздо. О, здрасте. Слава богу, вы живы. Оба. Мы в полной заднице и на мелких, на мели в бегах, короче. Ничего, никакая местная, я знаю кучу людей, которые могли бы нам помочь. Почему у нас есть встретиться со мной в культурном центре? Нужно идти работать. Пока, папочка. В смысле, папочка, блин. А, кстати, прими-ка душ, от тебя пахнет мужиком. Что ж, пожалуй, начнем сначала. Конечно. Я пошел. Все, да? На этом мы с вами, наверное, закончим. Опа, М, это что? Золотая метка. Золотая метка за Мэнни. Ладно, что за Мэнни, посмотрим в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.